В воскресенье в Самарской области переменная облачность. Плюс 21 днем, ночью 14 выше нуля. Ветер северо-западный 2,6 метра в секунду. В Сызрани переменная облачность. В дневное время плюс 21, ночью плюс 12. Ветер западный 4,9 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 13 градусов. Западный ветер 4,8 метра в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 20, ночью 13 с плюсом. Ветер западный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Температура воды в реке Волга плюс 22 градуса. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.